И да, к сожалению, у нас потеря. Видим мы, что Вески, Данлоп. Сейчас, похоже, машина безопасности будет на трассе, потому что Андре Негран стоит довольно скверно. Занимал он на старте последнюю позицию в гонке, шел 18-м, обогнал Юка Намару. Между прочим, Злобин сейчас, Никита, на 17-й позиции. И да, похоже, с Никитой Злобином они и столкнулись, по всей видимости. Либо это был Канамару. Очень сложно рассмотреть с этого ракурса, кто же у нас не едет дальше. Нет, это Канамару. Это Канамару. Никита Злобин на трассе. А вот вчерашний герой, японец Юка Намару, вне игры. Видимо, он пошел в атаку на Неграна. Смотрим, Вески Данлоп. Да, да, это была довольно же... Ух ты! Это была довольно неприятная авария. Андре Негран, представляете, в Гран-при 2 гонялся. Да, казалось бы, пришел в младшую после этого серии. Вот так его здесь встретили. Льюиса Хэмилтона, да, в Нюрбургринге. Кстати, сегодня день рождения Нюрбургринга. Именно в этот день, в 25-м году, был заложен первый камень при строительстве легендарной трассы в Эйфельских предгорьях. Там сейчас как раз сражаются мастера ДТМов на этапе своем тоже, восьмом, кстати.